теперь мы спускаемся вниз к этой деревушке нашей. Сколько времени уже дохрена времени потратили, Маша? 8 часов. Время 2 часа. Нормально, что? Оно того стоило абсолютно. Не, кушать будем время позже. Время обеда, да? Как говорил сосед наш по даче, время встать, мы еще не ждать. Даша, ты какая ты, однако. Что, а нам не придется запускать еще пассажира сюда? Где вода? Вот там уже. Обезьяны живут. Я буду спасать. Подожди, Андрей. Дикие места получаются. Что-то как-то не видно, что кусты жили. Да, вообще тут даже кроме бабочек. Все перебрались в горы. Обезьяны тоже. Так, если мы не вылазим, мы можем прямо ехать, да? Да. Опа! Извините, наступите. Станция средняя. Да. Следующая. Ой, я что говорю? Следующая All Station. Hello. Bye bye. Временные сюда. У нас стоит под ним. Где-то рядом стоит Микки Маус. Одно время гулять. Слушай, Андрюха, что-то я перехотел, короче, пить. Вообще как вертикально. Реально. Закрывайте двери. И теперь. И теперь. Сейчас. Сейчас затрясется, там рад буду. Сядь, пожалуйста. Да подождите, вы мне подготавливаюсь к кадру. Даже вон сетка есть для тех, кто выходит. Ой, матерь Божья. Господи, прости ты меня, ради бога. Мама! У-ху! Все, привет. Можно смотреться? Ебать копать. Мама! А стоять-то как страшно было, вы не представляете. Вы тоже материться. Это не та Маша сматерилась, это непонятно кто. Это неправильно, Маша. Ну, бери свой зад, а, подальше. Да, эти крыштяки. Я что-то чувствую. Твою ж мать, а. Слушай, а стоять... Как они туда залазили? У меня вопрос с материалами. Да нет, это через на вертолете? Конечно. Через самолет не уверен, но на вертолете да. На вертолете. Слушай, ну стоять-то как было прикольно. Мама. Тут даже он нарисован на картинке. Ребята, это было фото. Очень круто. Где? Все сидят так, Вадим, ну сядь, пожалуйста. Нет, вот нарисован, нельзя высовываться. А ты что делаешь? А я не высовываюсь, я фотографирую, это абсолютно разные вещи. Нельзя облокачиваться на двери. Да. А Андрей мне толкал в сторону двери. А вот, знаешь, вон, смотри, дорога, кстати, идет вон, вокруг деревни. Маша, все уже понесли, да. Все хорошо. Ух ты, ё-моё, тут такая. Это специально сделанные решетки, чтобы головой неудобно было пролезать. Ну ты попробуй, высунись, называется. Waterfall. Ну, падающий вот так. Да. Waterfall. Ух, на этом мы прекращаем наш репортаж. Всем привет.